Всем привет, вы на канале Денис ТВ, и сегодня я приехал на Ваганьковское кладбище. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия. Так, мои хорошие, я уже на территории кладбища. Сейчас начнем экскурсию. Начались могилы. Что там написано? Так, церковь стоит. О, какой красивый памятник. Ангел. Смотри, какой красивый памятник. Ангел. Куда пойдем дальше? Татарик вот решили, убитый был тоже бандит известный. Да? Я не знаю. В Москве был застрелен. Какой-то спортсмен. А, это спортсменка. Пошли дальше. По главной аллее пошли. Так, мы идем сейчас по главной аллее. Очень, конечно, много сохранений. Ой, как красивый это ангел. Вот. Золотой прям. Сейчас посмотрим, что там за могила такая богатая. Вот еще интересный. Золото, представляете? Тут что-то не написано, кто здесь. Вот. Написано. Машенька Шилова. Так, пойдем дальше. Вот еще красивый памятник, необычный. О, это же актер Абдулов. Абдулов здесь похоронен. Куда идти, даже не знаю. Одни известные могилы кругом. Нашли могилу Юматова, офицеры, фильм. Здесь вот. Так, идем дальше. Это здесь кто? Леонид Филатов. Здесь есть Филатов. Так, продолжаем экскурсию. Ой, а здесь это... Как ее? Ванга, да? Нет, не Ванга. А как ее звали? Джуна. А, Джуна. Господи, здесь Джуна и сын. Джуна и сын. А здесь она это, столы накрывала. О, сына, да? Да. Это Джуна. Здесь недавно были съемки битвы экстрасенсов. Так, идем дальше. Так, нашли могилу Петра Фоменко. Правда, не знаю, кто это. О, какое красивое здесь сохранение. Памятник какой. А кто здесь, не знаете? Красивость. Недавно появилась она здесь. Это она или он? Она, да? Она? Наверное, не знаю.
Нашли могилу Высоцкого. Вот он стоит здесь. Памятник. Рядом с Высоцким Влад Листьев схоронен. Вот такой памятник. Вот здесь вот Листьев, а здесь Высоцкий. Вот там вот. Идем дальше. Так, подходим к Есенину. Вот здесь вот он захоронен. Здесь тоже съемки были битвы экстрасенсов. Вот здесь вот Есенин лежит тут. Нашли могилу актера Глузких. Здесь он захоронен. Вот. Нашли могилу Юрия Богатырева. Это актер. Нашли могилу Игоря Талькова. Случайно, абсолютно вот шли и нашли. А вообще здесь очень много различных известных людей. Очень-очень много.